Ленфильм при невмешательстве Министерства культуры Российской Федерации представляет криминальную кинокомедию «10 лет без принуждения». Что, братва, рассаживаешься? Марик, прям вылитый Болтавченко. Год ты тренировался. Ну что, замуровали нас, Демона? Замуровали. Что? Так, куда валить? Куда валить? Куда валить? На воле там что? Теща, грядка, жена, дети. А вы кто? Вы форумчане, джентльмены удачи. Спел, выбил, под шатер. Спел, выбил, на костер. Романтика. Куда бежать-то? Куда? Не надо никуда валить. Слушайте, что сидите просто так? Ну-ка давайте, вот в города поиграем. Как? Вот я, например, говорю, Москва. Значит, ты на? А что сразу косой? Ярославль. Почему Ярославль? Там Ильич. Там Рыба. Ну, тогда ты на У? А в Ла? А, Суздаль. А почему Суздаль? Потому что там мой кореш, он молодец. Алиба Баич, ты хоть на улы, скажи. Эй, Питер. А что Питер-то? Там хорошо, там мама. Ну и... О, 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 новых фраерков подвели. Давай, заходи, 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 народ. Порядки наши знаете? Сейчас мы вам прописочку устроим. Ну-ка, рассказывайте. Это сковырка. Куда валить? Это кто? Пахан! Пахану уважительнее надо. Пахан! Молодец. Это кто? Смотрячик. У него фото как у пахана, это нормально все. Это кто жрет? Начальник клуба организовывает все, что играет и поет на зоне. Уважительно. Это кто? Хранитель общака. Делает все, чтобы у нас было все так, как надо. Кто этот? Начальник шныри. Еще раз. Начальник шныри. Уважительней. Кто с утра не убирался? Итак, еще раз уважительно, иначе жить будете непонятно где. Скажите про эту, кто это? Разводящий! Разводящий! Молодец, всех разводит, все хорошо. Ладно, все хорошо. Прописали вас, устраивайтесь, новые фрера, устраивайтесь, устраивайтесь. Молодцы, хорошо. Так, все хорошо. Что это было? Кто? Витя Питерский? Какой нужен ходок, как у пацана, как у хана. Ну проходи за свои ходы. Деточка, а вам не кажется, что ваше место в нашем ансамбле? Ну, проходите, в уважухе, друзья мои, проходите. Распускаются в саду наш расходняк родного форума Трофима. Несет судьба, как поэта, по Колыму. Нас
Какой выход? Амнистия в честь десятилетия колонии. Кто сказал? Что, Софья? Какая амнистия? Вы что? Ага, какая амнистия? Ты че? У меня и тапочек-то никогда не было. На этих встречах мы нашли себе друзей. Такие разные, но все разные люди. И пусть придет за юбилеем юбилей. Мы молодой душой сюда стремиться забудем. И пусть порой здесь ходим в новеньких калошах, но рыбной позже встретишь больше ты нигде. И не повысь, и рядом друг хороший, на башина, земля обетованная, провинциальный в столетный юбилей. В судьбе десяточка нам выпадет желанная. Нам выпадет желанная. Мы вновь вернемся, да, Сергей? Мы вновь вернемся, да, Сергей? На общем месте мы вновь вернемся, да, Сергей? Молодцы! Баночка!